Венера – зловещий близнец Земли. Ее облака состоят из серной кислоты. Температура на Венере – 482 градуса, температура плавления свинца. Венера сегодня – это олицетворение библейского представления об аде. Кажется, это самое непригодное для жизни место во всей Солнечной системе. Однако миллиарды лет назад Венера была во многом похожа на Землю. Никто не знает, почему все так изменилось. Новый космический аппарат должен помочь ученым понять, почему Венера из многообещающего райского сада превратилась в пустынную преисподнюю. И ждет ли подобная участь планету Земля? С точки зрения науки, зловещий близнец Земли. 9 ноября 2005 года. С космодрома в Казахстане с помощью российской ракеты-носителя «Союз» запущен маленький космический аппарат под названием «Венера-экспресс». Его задача — преодолеть расстояние в 402 миллиона километров, достичь Венеры и выяснить, почему эта планета развивалась не так, как Земля. На протяжении многих веков поверхность Венеры оставалась загадкой, скрытой под многослойными плотными облаками. Поскольку Венера находится ближе к Солнцу, чем Земля, ученые предположили, что на ней должно быть жарко и влажно. Некоторым даже представлялся некий тропический рай. Теплица идеальная для жизни. Венера должна иметь ту же температуру поверхности, что и Земля. Так мы думали в 50-х и в 60-х. Мы были уверены, что Венера похожа на Майами, штат Флорида. Что же на самом деле происходило под этими облаками? В 60-х и 70-х, в то время как НАСА исследовала Марс, Советский Союз отправил космический аппарат к Венере. Аппарат с условным названием «Венера» передал на Землю первое изображение с поверхности этой планеты. Это был не тропический рай, а враждебная пустыня. Горы пыли. И совсем нет воды. Венера во многом напоминает своего близнеца Землю. Они имеют одинаковый размер и состав, и, скорее всего, обе планеты образовались более 4 миллиардов лет назад из одного и того же облака газа. Но в отличие от Земли, 85% поверхности Венеры – потухшие вулканы и застывшая лава. Облака состоят из смертоносной серной кислоты. Атмосферное давление в 90 раз выше, чем на Земле. Его силы достаточно, чтобы раздавить автомобиль. Но самое неожиданное открытие – температура. Атмосфера Венеры состоит в основном из углекислого газа. Как и на Земле, этот газ выступает в роли стекла в теплице, пропускает свет, задерживая при этом тепло. На Земле повышение уровня углекислого газа влечет за собой повышение температуры на несколько градусов. Однако на Венере парниковый эффект привел к повышению температуры за предельный уровень, до температуры плавления свинца. Когда мы обнаружили, что температура на Венере достигает 482 градусов, мы были шокированы. Поверхность настолько раскалена, что горные породы светятся в темноте. Гость с Земли на Венере потеряет ориентацию. Под постоянными облаками вы будете абсолютно сбиты с толку. Ни звезд, ни солнца, ни теней. Вместо этого только рассеянный зловещий красноватый свет. Представьте себе глубокий цвет заката на Земле, а затем представьте себе такой рассеянный свет, идущий со всех сторон. Именно так все выглядит на Венере.
Чтобы выяснить, почему эти два близнеца, Венера и Земля, стали в итоге такими разными, Венера-экспресс снабжен новейшей аппаратурой, способной приоткрыть завесу тайны этой планеты. Добраться до Венеры целым и невредимым — вот первая трудность, с которой сталкивается космический аппарат. 5 месяцев спустя, преодолев 402 миллиона километров, аппарат приближается к Венере и наступает самая опасная стадия миссии. Чтобы выйти на орбиту, нужно рассчитать идеальные для этого скорость и время. Космос всегда таит в себе некую опасность. Всегда есть что-то, что может пойти не так, поэтому нужно предусмотреть все возможные обстоятельства. Если лететь слишком быстро, Венера-экспресс исчезнет в бескрайних просторах космоса. Если лететь слишком медленно, аппарат рухнет на поверхность планеты под воздействием ее гравитационного поля. Вы все быстрее и быстрее приближаетесь к цели, вам кажется, что она все отчетливее прорисовывается в небе. В день прибытия на место у вас есть всего 1-1.5 часа, и это достаточно сложно. Нужно убедиться, что вы выбрали правильную точку относительно Венеры, и что положение аппарата верно. Чтобы выйти на орбиту, Венера-экспресс должен сбавлять скорость на 4828 км в час. 11 апреля 2006 года. Для торможения аппарата запускается двигатель. На 10 минут Венера-экспресс исчезает за планетой. Если аппарату не удастся выйти на орбиту, все пропало. Второго шанса не будет. Будущее 4-летней экспедиции зависит от правильного торможения. Самый решающий маневр происходит вне поля нашего зрения. С Земли ничего не видно и не слышно, и это очень волнующие минуты, поскольку на 10 минут мы теряем всякую связь, и все на иголках, все ждут, что будет дальше. В 9 часов 57 минут Земля получает сигнал от Венера-экспресс. Аппарат стал первопроходцем на этой орбите. Многомиллионный проект по разгадке тайн Венеры. Но вначале нужно подобраться к ней поближе. Двигаясь по эллипсоидной траектории вокруг полюсов планеты, аппарат резко спускается с высоты более 64 тысяч километров над поверхностью до всего 250 километров. Теперь начинается работа. Технологии, используемые аппаратом, намного совершеннее, чем те, что применялись в последней экспедиции к Венере в 1990-м. Прежде зондирование не давало возможности проанализировать состав поверхности Венеры без посадки аппарата. Все зонды не отличались долговечностью и быстро выходили из строя под воздействием давления, высоких температур и кислоты. Наконец, ученые нашли способ изучить поверхность планеты без посадки аппарата, не жертвуя при этом зондом. Венера-экспресс использует для получения изображений планеты инфракрасное излучение. Волны этого диапазона не видны человеческому глазу. В отличие от видимого спектра, инфракрасное излучение может проникать сквозь менее плотную облачность, позволяя зонду заглянуть через облака в прозрачную атмосферу под ними. Теперь ученые впервые могут построить трехмерные изображения Венеры, начиная с ее поверхности и выше. Невооруженным взглядом можно увидеть лишь 1% атмосферы Венеры. Верхние слои атмосферы покрыты дымкой. Инфракрасное излучение позволяет нам прорваться через эту дымку и увидеть нижние слои атмосферы. То есть, по сути, так мы можем добраться и до поверхности планеты. Начиная с высоты 250 километров и далее, ученые будут использовать эти инфракрасные окошки, чтобы отснять поверхность планеты в таких деталях, которые прежде были недоступны. Составленная ими карта поможет определить, чем именно отличаются Венера и Земля.
После чего ученые надеются выяснить, почему они стали такими разными. Несмотря на десятилетия исследований, наша планета-близнец все еще полна сюрпризов. И вскоре Венера-экспресс делает ошеломляющее открытие. Космический аппарат вышел на орбиту Венеры с целью раскрыть тайну этой планеты. Венера должна была походить на Землю. Но миллиарды лет назад наш близнец пошел по собственному пути развития и превратился в пылающий булыжник, который мы наблюдаем сегодня. Исследуя внешний слой атмосферы, Венера-экспресс находит первый ключ, который поможет понять, что пошло не так. Аппарат обнаруживает частицы, которые ускользают в космос. В основном это гелий, водород и кислород. Водород и кислород составляют воду. Долгие годы ученые спорили о том, есть ли в атмосфере Венеры вода. Некоторые утверждали, что если вода есть на Земле, то и на Венере должна быть. Ее должно быть достаточно, чтобы сформировать океан, который покрыл бы 90% поверхности планеты. Однако Венера-экспресс обнаруживает в атмосфере лишь незначительное количество воды. Если весь этот пар сконденсировать и полученную воду распределить по поверхности планеты, получится слой толщиной всего в пару сантиметров. Если на Венере когда-то существовал бескрайний океан, что тогда с ним произошло? Большинство ученых раньше считали, что вода просто выкипела. Но по мере того, как Венера-экспресс вращается по орбите этой планеты, ученые разрабатывают новую теорию. Они, как и прежде, полагают, что во всем виновато Солнце, но причина заключается не в простом испарении. Солнце поддерживает жизнь на Земле. Но оно также является источником постоянного потока заряженных частиц. Они движутся со скоростью почти до 3 миллионов километров в час. Это солнечный ветер, который может опустошить незащищенные планеты. Земля окружена магнитным полем, которое защищает нашу атмосферу. Это поле образуется во время вращения планеты благодаря движениям земного ядра, которое в основном состоит из железа. Но у Венеры нет магнитного поля. Ученые полагают, что скорость ее вращения недостаточна для формирования такого поля. Венера вращается так медленно, что день здесь длится почти 2/3 года на Земле. Наша планета совершает один оборот вокруг своей оси за 24 часа, Венера — за 243 дня. Без магнитного поля, какое есть у Земли, Венера намного уязвимее для солнечного ветра и энергии, под воздействием которой частицы верхних слоев атмосферы улетают в космическое пространство. Ученые считают, что влага на планете исчезла как следствие сочетания испарения и воздействия солнечного ветра. Венера находится ближе к Солнцу, поэтому температура там выше. Моря, которые существовали на этой планете, испарились в атмосферу. Облака могли бы задержать этот водяной пар, если бы не солнечный ветер. Ученые легко объясняют, что здесь могло произойти с точки зрения элементарной химии. Сначала под действием энергии Солнца молекулы воды распались на молекулы водорода и кислорода. Затем в атмосферу врывается солнечный ветер, который отрывает эти молекулы от облаков. И спустя миллиарды лет вся вода исчезает в космическом пространстве. И те молекулы кислорода и водорода, которые аппарат обнаруживает в атмосфере Венеры, это последние капли тех древнейших океанов. Когда с Венеры исчезла вся вода, планета из теплой и влажной стала пылающим булыжником. Изменилась и атмосфера,
Вместо водяного пара появился углекислый газ. Древние вулканы высвобождали триллионы тонн углекислого газа, давали начало цепным реакциям. Неудержимый парниковый эффект привел к невероятному глобальному потеплению. На сегодняшний день Венера – самое жаркое место в нашей Солнечной системе. Там даже жарче, чем на Меркурии, ближайшей к Солнцу планете. Венера – превосходная иллюстрация климатической катастрофы. Опустошительное глобальное потепление и космическая адская бездна. Если бы Земля находилась ближе к Солнцу, она бы выглядела так же, как Венера. Вполне возможно, что жизнь на Земле появилась в результате счастливого стечения обстоятельств. Но в конечном счете нашу планету ждет та же участь. Долгое время ученые считали, что Венера когда-то была похожа на Землю. Венера-экспресс показал, как эта планета превратилась в безжизненную пустошь. Но еще более важные открытия ждут нас под облаками. На первый взгляд кажется, что облака неподвижны. Но когда космический аппарат включает свой инфракрасный тепловизионный спектрометр, на полученных с его помощью изображениях видно, что пейзаж изменяется. По планете проносятся сильнейшие ураганы. На полюсах атмосферу взбивают гигантские циклоны. По сравнению с этими ураганами, худшая погода на Земле кажется легким бризом. По мере изучения этой загадочной планеты, исследователи делают еще одно удивительное наблюдение. Венера вращается вокруг своей оси медленно, однако атмосферные ветра перемещаются с большой скоростью. Венера-экспресс фиксирует ветра, циркулирующие по планете раз в 4 дня. Они перемещаются в 60 раз быстрее, чем скорость вращения планеты вокруг ее оси. Ученые называют это явление суперротация. Если бы Земля была такой же, как Венера, ветра облетали бы планету всего за 30 минут. Их скорость — 80 тысяч километров в час. На Земле скорость ветра примерно совпадает со скоростью вращения планеты. Почему же на Венере ветра перемещаются намного быстрее, чем планета делает оборот вокруг своей оси? Разгадка кроется в облаках. На Венере толщина слоя облачности достигает 19 километров. Через такую толщу лишь малое количество солнечной энергии достигает поверхности планеты. Большая же часть этой энергии остается в верхних слоях облаков на высоте 64 километров над поверхностью Венеры. Эта энергия заставляет облака двигаться с невероятной скоростью. Поскольку Венера расположена ближе к Солнцу, чем Земля, в облаках скапливается больше солнечной энергии, и, следовательно, скорость ветра значительно выше. Скорость ветра, не характерная для Земли, более 320 км в час, абсолютно обычна для Венеры. Ученые знают, что ветра на Венере получают энергию от Солнца, но они все еще не знают, как именно. И сколько солнечной энергии необходимо, чтобы возникла суперротация? Получение информации, необходимой для создания детальной компьютерной модели атмосферы Венеры, находится за пределами возможностей Венера-экспресс. Чтобы уяснить суть явления суперротации, Кевин Бэйнс из лаборатории реактивного движения, сотрудничающей с НАСА, предлагает новую миссию к Венере. Бэйнс надеется осуществить невероятный план. Он предлагает доставить к Венере воздушный шар, наполнить его газом и запустить в атмосферу с комплектом научных инструментов. Мы хотим поднять этот аэростат на высоту около 48 километров над поверхностью Венеры, чтобы он на протяжении месяца много раз облетел вокруг планеты.
Во время этого кругосветного полета за аппаратурой на шаре будут наблюдать с Земли. Будет взят образец атмосферы Венеры для исследования ее состава. Точно будут измерены изменчивые ветра. Как вы видите, этот шар выглядит как обычный аэростат. Он сделан из материалов, которые позволят ему выдержать условия окружающей среды на Венере. Но на самом деле мы планируем поместить его туда, где температура и давление будут комфортны для его функционирования. Так что единственное, о чем следует волноваться, это серная кислота. Но мы знаем, как решить эту проблему. Данные, которые этот шар позволит получить, помогут ученым понять причины возникновения суперротации. Венера-экспресс имеет все необходимое оборудование, чтобы разрешить загадку предыдущей экспедиции. Вихрь на северном полюсе Венеры схож с вихрями на Земле. Мы называем их ураганами. На Земле они формируются, когда теплый влажный воздух из океана нагревается Солнцем и поднимается, образуя облака. Когда в систему попадает больше энергии, облака начинают закручиваться, создавая ураган. Но на Венере нет теплых океанов. Под воздействием каких сил тогда возникают эти ураганы? Венера-экспресс исследует Южный полюс. И на этот раз его находки поражают ученых еще больше. Огромных размеров торнадо — вихрь почти в 2 километра шириной и 20 километров глубиной. В 4 раза больше, чем самый серьезный ураган на Земле. И не один, а 2 вращающихся глаза бури. Ученые полагают, что причина возникновения этих вихрей не только в невероятно быстрых ветрах, но и в самом движении планеты. Огромный вихрь возникает из-за потока воздуха, направленного с экватора. Ему нужно куда-то уходить, и из-за этого образуется огромный вихрь, тянущийся на 2000 километров. Вилсон уверен, что воздух перемещается от экватора к полюсам, где его и засасывает вниз, в результате чего образуется вихрь. Но этот воздух не движется по прямой. Вращение планеты изменяет его траекторию. Вилсон считает, что этот процесс, именуемый эффектом Кориолиса, и есть причина гигантских завихрений. Попробуем пояснить эффект Кориолиса, используя этот вращающийся стол, который будет изображать вращающуюся планету. Если я пущу этот шарик через стол, вы увидите, что он катится по прямой. Это потому, что вы, наблюдатель, неподвижны. Вы не вращаетесь со столом. Но если мы переключимся на камеру или наблюдателя, вращающихся вместе с планетой, будет казаться, что шар перемещается по изогнутой траектории. Поэтому если наблюдатель вращается вместе со столом, кажется, что некая сила заставляет объект перемещаться вправо. То же самое происходит и с массами облаков в атмосфере. Воздух над экватором Венеры нагревается, движется по направлению к полюсам и в ходе движения отклоняется вправо, если дело происходит в южном полушарии, или влево, если речь идет о северном. По мере того, как ветра перемещаются к полюсам, эффект Кориолиса заставляет их вращаться, и это приводит к возникновению вихрей. Теория Вилсона кажется логичной. Вихри возникают и на земных полюсах. Однако, если полярные вихри Земли достаточно стабильны, двуглазый монстр Венеры постоянно изменяется. Чтобы понять, что делает этот ураган таким хаотичным, воссоздадим его. Чтобы имитировать атмосферу Венеры, Вилсон использует воду. Этот вращающийся вокруг своей оси резервуар будет представлять вращающуюся атмосферу. Еще есть кольцо, которое вращается быстрее, чем остальная часть атмосферы. И мы видим, что поток в этом месте нестабилен, он словно колеблется туда-сюда. И мы считаем, что это довольно хорошо иллюстрирует происходящее на краях полярного урагана около Венеры. Когда Вилсон добавляет в воду краску, созданная им реконструкция демонстрирует изменяющиеся формы на краю водоворота.
И на весь этот процесс влияет вращение планеты вокруг своей оси. Этот ураган не постоянен, он меняется, и мы имеем то двустороннюю, то трехстороннюю структуру. Каждый день что-то выглядит иначе. Это невероятно нестабильное место, но зрелище воистину завораживающее. Эти беспорядочные вихри демонстрируют мощь атмосферы на Венере. Но вихри — не единственная здешняя природная аномалия. 9 июня 2006 года Венера-экспресс обнаружил еще одно странное явление. Аппарат зафиксировал скачкообразные изменения в атмосфере, которые сопровождаются неким свистящим звуком. Резкие низкочастотные электромагнитные вспышки. Это реальные записи. Они собьют с толку у кого угодно. Но для команды ученых это откровение. Это характерные признаки молнии. Профессор Кристофер Рассел из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе долгое время полагал, что на Венере бывают молнии. Открытие космического аппарата — очередная загадка. На Земле грозы возникают из-за воды. Теплый и влажный воздух сталкивается с холодным. Кристаллы воды и крупинки льда при трении друг о друга создают положительные и отрицательные заряды. Накопленное электричество разряжается в виде молнии. В атмосфере Венеры почти нет воды. Большую ее часть унес в космос солнечный ветер. Отчего же тогда образуются молнии? Благодаря данным, полученным Венера-экспресс, противоречивая теория получает новое основание. Рассел считает, что причиной возникновения молний служат облака серной кислоты. На Земле облака серной кислоты образуются, когда сернистый газ выходит из вулканов и смешивается с водяным паром. То же самое происходит и на Венере. Двумя десятилетиями ранее проект «Магеллан», первый космический аппарат, имевший целью составить карту Венеры, обнаружил многочисленные доказательства ее вулканического прошлого. На протяжении многих эпох вулканы выпустили триллионы тонн диоксида серы. Часть его осталась в виде газа. Остальная же часть смешалась с водяным паром и образовались облака серной кислоты. Ускоряющиеся ветра дают этим облакам энергию, и создаются идеальные условия для возникновения молний. Мы сейчас считаем, что облака серной кислоты и ветра на Венере являются источником энергии для того, чтобы в облаке произошло разделение разрядов. Серная кислота на Венере выполняет ту же роль, что вода на Земле. Капли кислоты трутся друг о друга, и в результате создаются положительные и отрицательные заряды. Я искал молнии или доказательства того, что они на самом деле существуют. И найти их для меня было своего рода личной победой. Открытие молнии — это потрясающее открытие. Молния — элемент жизни. Но ученых ждал еще больший сюрприз. Эта адская планета могла оказаться живой. Много эпох назад вулканы извергали огромные облака серы. Но и сегодня исследования показывают, что уровень серы колеблется. Поскольку вулканы выпускают серу только при извержении, колебания могут означать лишь одно. Вероятно, вулканы Венеры все еще активны.
Ученым известно лишь несколько мест за пределами Земли, где есть активные вулканы. В 2007 году космический аппарат «Новые горизонты» запечатлел извержение на одном из спутников Юпитера — Ио. Активные вулканы во внутренней Солнечной системе — важнейшая находка. Это значит, что Венера может оказаться не мертвым камнем, а живой планетой. Венера-экспресс приближается к планете. Чтобы посмотреть сквозь облака, зонд использует инфракрасные окошки. Внизу горы и долины, равнины, кратеры от метеоритов, каменные глыбы с плоскими макушками, похожие на блины. Все из лавы. 85% поверхности Венеры вымощено лавой. Почему так много, для ученых загадка. Чтобы понять, откуда на Венере столь обширные лавовые поля, ученые обращаются к более спокойному близнецу Венеры. Земная кора состоит из соприкасающихся между собой тектонических плит, которые движутся по поверхности жидкой мантии. Большая часть вулканической активности на нашей планете приходится на те участки, где эти плиты сходятся или расходятся, пропуская наружу жар от ядра. Не было найдено никаких подтверждений наличия тектоники плит на Венере. Ее кора цельная. Ученые полагают, что в связи с отсутствием тектоники плит, которая позволила бы остудить Венеру, тепло от ядра накапливалось до тех пор, пока хватало места. После чего фактически вся планета начала извергаться, высвобождая лаву, перемалывая кору, изменяя до неузнаваемости внешний вид планеты. Это демонстрация изменения поверхности Венеры на примере небольшого количества пудингов в сковороде над раскаленной плитой. Жар от плиты представляет радиоактивное тепло из центра Венеры. И мы видим, внутренняя часть нагревается, и тепло передается на поверхность, на внешнюю оболочку, которая неподвижна. Она заставляет тепло оставаться внутри, и, возможно, в этот момент поверхность начинает трескаться в некоторых местах, и расплавленные породы, находящиеся под корой, начинают извергаться и вытекать на поверхность, наполнять кратеры и покрывать горы. И мы видим маленькие извержения вулканов вдоль этих трещин. Глобальное изменение поверхности привело к трансформации Венеры. Но смыло ли это гигантское извержение все доказательства того, что Венера и Земля когда-то были полностью идентичны? Определение пород на поверхности Венеры — задача не из простых. Когда порода нагревается, она меняет свой внешний облик, смещаются ее спектральные характеристики. Из-за высоких температур породы на поверхности Венеры выглядят не так, как эти же породы на Земле. Чтобы решить эту проблему, ученые нагревают породы в лаборатории и изучают, как те изменяются и как эти породы сопоставимы с теми, которые есть на Венере. Нам нужно пойти в лабораторию, нагреть породы, получить их спектр и сравнить эти спектры с тем, что мы обнаружили на Венере. Могу привести пример. Это гематит, красный железняк, очень распространенный минерал. По сути, один из главных минералов, из-за наличия которых Марс выглядит красным. Тем не менее, если мы поместим его в температуру, которая на Венере, он станет из красного серым. Составление библиотеки пород для их сравнения с найденными на Венере займет у ученых много времени. Сейчас им известно, что большая часть поверхности планеты покрыта слоем вулканических пород. Ученые полагают, что поверхность планеты изменилась около 500 миллионов лет назад. Это медленный процесс, который занял десятки миллионов лет.
Серия катастрофических извержений высвободила триллионы тонн сернистого и углекислого газов, пополнив запасы, разоренные солнечным ветром. Тем не менее, исследования Венеры показали, что не вся планета изменила свой внешний облик. Породы в Нагорьях намного старше, чем лава, покрывающая большую часть планеты. Эти породы – индикатор условий, существовавших на планете в далеком прошлом. Кевин Бэйнс обнаружил, что они образовались не на суше. На Венере большая часть пород – это базальты, образовавшиеся при извержении вулканов из выброшенной и застывшей лавы. Самая интересная наша находка за последние месяцы заключается в том, что Нагорья имеют удивительную особенность. Высоко в горах мы находим породы, которые были образованы при наличии воды. Словно миллиарды лет назад они сформировались в океане, после чего геологические процессы подняли их на поверхность Венеры. Это веское доказательство того, что когда-то на Венере существовали океаны. Отсюда следует провокационный вопрос. На Земле в океанах зародилась жизнь. Другой импульс к появлению жизни – это молния. И на Венере есть молнии. И если на Венере были и вода, и молнии, была ли на ней жизнь? Ученые имеют многочисленные доказательства того, что Венера и Земля когда-то были планетами-близнецами. И что на Венере были оба ингредиента жизни – вода и молнии. Молния играет важную роль в образовании необычных соединений. Например, азот и кислород образуют оксиды азота, которые являются важными для жизни и производства химических веществ, которые могут образовываться только в планетарной среде. Наличие воды и других факторов, послуживших толчками к эволюции, позволяет нам предположить, что и на Венере когда-то существовала жизнь. Возможно, она и сейчас там есть. Первые подсказки поступают с Венера-экспресс. На высоте около 250 километров над поверхностью планеты камера переключается на ультрафиолетовый режим. В отличие от инфракрасного излучения, меньшая длина волн ультрафиолета рассеивает свет по слою облачности над Венерой, позволяя ученым исследовать верхние слои атмосферы. На полученных изображениях видны затемнения в тех местах, где поглощается больше ультрафиолета. Это говорит о том, что что-то помимо серной кислоты поглощает солнечный свет. Исследователи называют эти темные области очагами поглощения. Нас очень интересуют поглотители ультрафиолетовых лучей на Венере. Они забирают около половины всего солнечного света, который достигает планеты. Они скрываются в облаках, и мы считаем, что это могут быть некие формы жизни. Какие-то живые организмы, вроде микробов, существующие в ураганных ветрах и облаках серной кислоты, использующие ультрафиолетовый свет в каком-то причудливом процессе фотосинтеза. Но какие организмы могли выжить в таких условиях? Биолог Лин Ротчайлд изучает организмы, которые обитают в экстремальных условиях. Она открыла микробов, которые называются экстремофилы. Эти организмы способны жить и размножаться в экстремальных условиях на Земле, как в Йеллоустонском национальном парке. Здесь самая высокая концентрация термальных источников в мире. Это место способно рассказать нам о жизни, которая могла бы существовать на Венере. То, что вы видите за моей спиной, в действительности точка отсчета. Здесь люди начали понимать, какие организмы могут жить в очень кислой среде. До этого считалось, что в среде вроде той, что существует в лимонном соке, не могут существовать живые организмы. Эти гейзеры, образованные вулканами, имитируют условия на Венере – высокие температуры и кислая среда. Этот поток просто феноменален. Его pH составляет 3, а его температура – около 40 градусов по Цельсию, довольно горячий. Мы можем наблюдать здесь
какие-то красные водоросли. Они выглядят зелеными, но на самом деле это красные водоросли, которые не содержат красного пигмента. Экстремофилы, подобные этим, могут существовать в серной кислоте и при температуре выше точки кипения. Эти организмы эволюционировали и теперь способны выживать не только в высоких температурах и в кислоте, но и при таких уровнях других химических веществ, которые способны вовсе уничтожить жизнь. Эти организмы, цианидиумы, на самом деле очень редки. Они не только способны выжить при низком значении pH и высоких температурах, они осуществляют фотосинтез и могут существовать в чистом углекислом газе. Даже на Венере уровень углекислоты не так высок, как здесь. Эти организмы доказали, что жизнь может продолжаться и в условиях высоких температур, высокого уровня кислотности и насыщенности углекислотой, как на Венере. Ротшильд также обнаружил, что микроорганизмы даже могут защищать себя от ультрафиолетового излучения. По сути, Ротшильд обнаружил, что жизнь на Земле может сохраняться в любых условиях. Жизнь может продолжаться в твердой соли, в кипящей воде, как мы убедились в Йеллоустонском парке, при pH, приближенном к нулю. Во льду мы обнаружили жизнь в Антарктике и в Арктике. Мы обнаружили следы жизни там, где температура достигает 113 и даже 121 градуса по Цельсию. Это даже выше температуры кипения воды, которая составляет 100 градусов. Всего лишь. Если живые организмы могут существовать в Йеллоустонском парке, почему их не может быть на Венере? Ученые предполагают, что дело в самой поверхности планеты, которая не приспособлена для жизни. Температура до 482 градусов по Цельсию, давление, способное раздробить кости. Но не в облаках. На высоте в 48 километров температура всего около 80 градусов по Цельсию, намного ближе к тем температурам, в которых на Земле способны существовать микроорганизмы. Быть может, жизнь на Венере зародилась в древних океанах? Когда вода испарилась, микробы поднялись в атмосферу вместе с парами. И здесь, в более прохладных кислотных облаках, они могли выжить. Но как живые организмы могут существовать без воды? На Венере в облаках есть водяной пар, и мы имеем некоторые признаки того, что организмы на Земле, скажем, лишайники, могут использовать водяной пар как источник воды. Так что жизнь в облаках вполне может существовать. По крайней мере, наличие воды там позволяет нам делать такие предположения. Чтобы понять, может ли жизнь существовать во влажных кислотных облаках, Ротшильд берет образцы воздуха над одним из горячих источников. Этот кислотный пар имитирует облака на Венере. Вы видите что-то зеленое там, на кратере? Это уже что-то. Может, мы на самом деле что-нибудь там обнаружим? Анализ в лаборатории показывает, что микробы могут существовать в горячем и кислотном паре. Это позволяет нам предположить, что и в облаках над Венерой может быть жизнь. Чтобы найти другие подтверждения теории, Лин отправляет микроорганизмы высоко в атмосферу. Она запускает целый спектр микробов. На высоту около 30,5 километров. Там температура и давление такие низкие, что большая часть живых организмов должна погибнуть. Но многие из исследуемых ею микробов выжили. Некоторые ученые даже обнаружили микроорганизмы, которые способны размножаться в верхних слоях атмосферы. Исследования показывают, что жизнь в горячих кислотных облаках теоретически возможна. Вероятно, микробы живут в облаках Венеры, которые спрятаны в тех странных темных участках. Венера-экспресс пролетел 140 миллионов километров вокруг планеты и завершил сбор данных, который продолжался в течение 100 недель.
Аппарат доказал, что когда-то Венера выглядела так же, как Земля. Пригодный для жизни климат, бескрайние океаны, возможно, даже жизнь. Но находясь так близко к Солнцу, Венера была обречена. Земля расцвела, Венера сгорела. Но тем не менее, не исключено, что на Венере есть жизнь. Может быть, где-то в облаках. Возможно, нам предстоят еще долгие годы ожидания, пока эта тайна будет раскрыта. Но когда-нибудь очередная миссия на Венеру отыщет священный Грааль Вселенной. Жизнь за пределами нашего мира. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Петр Табелевич.